30 художников, 60 картин. В Нур-Султане открылась выставка, посвященная 30-летию независимости республики. В ней приняли участие известные мастера кисти, представляющие страну на различных международных выставках и симпозиумах. В их числе Динара Нугер, художница, представила уникальные полотна из коллекции «Балалык-Шах». Работы как раз-таки из этой серии, из серии, понимаете, вот того поколения, которое действительно с рождения в столице, которые любят этот город и столицу нашего независимого государства. Вот. И как раз-таки это те поколения, которые будут, проезжая вот мимо Байтерека, там искать, а где там, где дворик моей школы, да, вот, или будут проезжать где-то там в районе площади, а вот здесь я жил, да, когда был маленький. Мои работы там 18-го года есть, 20-го, 21-го, а у авторов работы тоже вот разных лет, все художники разных возрастов, и каждый сложился вот в какой-то свой период. К слову, каждое из произведений авторов выполнено в самых различных техниках. Это и живопись, и графика, и скульптура. Таким образом, через свои работы авторы обращаются к истории, культуре и летописи независимого Казахстана, а также пропагандируют изобразительное искусство страны за рубежом.